Приморье начали прививать от COVID-19 иностранных граждан. Вакцина доступна только тем, кто застрахован в системе ОМС. Как вы знаете, сейчас во всем мире очень сложная ситуация эпидемиологическая, и мы все в этой ситуации оказались. Благодаря поддержке Министерства иностранных дел, представительства Министерства иностранных дел в городе Владивостоке, а также правительства Приморского края, мы договорились о том, что наши сотрудники примут участие в кампании по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. И это поликлиника, в которую нас любезно наши российские коллеги привели для того, чтобы это сделать. Иностранным гражданам, так же, как и гражданам России, доступны все имеющиеся в Приморье вакцины. Регистрация сведений о проведенных прививках и движении вакцин будет проводиться в том же порядке, что и при проведении вакцинации российских граждан. Иностранные граждане, не имеющие полиса ОМС, будут вакцинироваться на возмездной основе в соответствии с договором о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования. Вопрос платной организации вакцинации против коронавирусной инфекции для этой категории иностранных граждан в Приморье в настоящее время прорабатывается. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, новости на Восьмом.